Для молодых дизайнеров бытовые отходы – это далеко не мусор. Отличный материал для творчества. С помощью них они создают не только вот такие арт-объекты, но и новые коллекции одежды. Творили будущие дизайнеры из того, что под руку подвернется. Вот, например, платье из коллекции «Черный шик» из железного каркаса и мешков для мусора. В процессе работы вы сами можете додать любую складочку, любую форму придать платью, на что хватит фантазии. Обычные пробки заменили жемчуг и кристаллы Сваровски. Кстати, по словам модели, такая бижутерия делает образ весьма изящным. Я считаю себя похожа на куколку какую-то, которую красные губки, бантики. А вот коллекция для заядлых дачников. Экономично и практично. Для основы мы брали мешки обыкновенные из лука, морковки, картошки. Ну, само по себе платье подчеркивает женственность. Ну, хотелось еще что-то какой-то пикантности, что ли, добавить. Самой сияющей стала коллекция «Владение блеском». Для того, чтобы засверкало, пришлось разбить вдребезги коллекцию дисков. В ход пошло все – игры, фильмы и даже антивирусные программы. На создание костюмов потратили пару недель и пару десятков монет. Основа – это бумага, вот эта креповая, красная, а сверху вот монеты – 5 копеек и 1 копейка. Брала, их отмывала даже. В итоге довольны остались и сами студенты, и педагоги. 17 представленных коллекций, если и не попадут в ежедневный гардероб своих создателей, то хотя бы заставят иначе посмотреть на мусор, уверены преподаватели. Им интересно экология, им интересно, как они будут жить завтра, что будет проходить в их городе, который считается красивейшим, чистейшим городом Центрального федерального округа. Кстати, участники заявили, что созданные ими работы не попадут на свалку. Их собираются сохранить для дальнейшего вдохновения.